Здравствуйте, Вадим. Это видео про ваш одуванчик. Вот почти такой же объектив, как ваш, только у меня на задней части байонета на юбке есть бортик. На вашей юбке бортика нет, что в принципе упрощает процедуру. Смотрите, диафрагма выкручена на 22 и средний контакт одуванчика, вот этот, который четвертый слева, или второй справа, вот он смотрит точно на красную точку. В принципе, как бы калибр для установки одуванчика на ваш объектив не нужен, но я его все равно пришлю. Вот видите, калибр устанавливается, и все контакты упираются в внутреннюю стенку калибра. Вот, если посмотреть с этой стороны, вот видите, вот таким образом он смотрит сюда и здесь на красную точку. Но, как я вам уже сказал, первоначально наклеивайте одуванчик не на клей сразу, а на двухсторонний скотч. Вот кусочек сильного двухстороннего скотча я вам высылаю. И прежде чем наклеить, вы обязательно уберите вместе наклейки одуванчика черную краску, обдерите ее с юбки. И вот сейчас я проверю, продемонстрирую. Вот смотрите, я запрограммировал фокусное расстояние 135 миллиметров и диафрагмы от 3,8 до 22. Когда вы наклеите одуванчик на скотч, у вас камера должна также показать эти диафрагмы. Рабочее состояние диафрагмы на объективе при съемке 22. Вам нужно будет только в камере установить режим IFS и выбирать на дисплее камеры диафрагму, как на обычном автофокусном объективе. Когда вы убедитесь, что ваша камера показала диафрагму, вы снимаете объектив с одуванчиком из камеры и отмечаете острым предметом справа и слева границы установки одуванчика. Затем снимаете одуванчик, снимаете остатки скотча, все обезжириваете, в том числе и нижнюю поверхность одуванчика, и очень небольшое количество, буквально несколько, 1-2 капельки клея берете из тюбика, только не наливаете из тюбика, а с помощью зубочистки, которая здесь же в комплекте лежит вместе с клеем, наносите на юбку вашего объектива. То есть можно 3 точечки клея поставить по периметру и потом очень аккуратно, чтобы капли клея или пары клея ни в коем случае не попали на контакты одуванчика, иначе это полностью его выведет из строя. И очень аккуратненько сажаете одуванчик по вашим отмеченным границам на клей. Ждете, когда он подсохнет, вставляете в камеру, убеждаетесь, что камера показывает диафрагмы. И при съемке у вас всегда 22. Ничего сложного нет, главное не торопиться. У вас все получится. Одуванчик очень нежный, обращайтесь с ним очень аккуратно. Сейчас я упакую одуванчик и отправлю сегодня же вам. Спасибо за покупку и спасибо за внимание.